префом. Звук, наверное, двоится немножко. По звуку норм, ребят? Норм. Найс. Тачка Воу, тачка славы. А, реально? Да, тачка Воу, тачка славы. Тачка Вади. А, это Вадима сейчас с повязкой. Блин, имба вообще. Это очень круто сделано. Ого. Кто это хочет на ручке? Фига спецэффекты пошли. Чуваки вообще красавцы. Офигеть, с чем мутят. Это очень круто. Это каждая машина чья-то? Ой, я видела Мазелла футболка. Да-да-да. Привет, можешь поздравить моего друга с днем рождения. Звать Марк, он твой фанат, люблю тебя. Дэр Марк, Марк! Макс. Не Макс, Марк. Все, Макс, давай. С днем рождения. Всего тебе самого хорошего. Ой, а что-то донаты посыпались. Начинаем второй выпуск Twitch-контора. Сразу напомню, что это экспериментальный проект, и все ваши аргументированные комментарии. Спасибо, Андрей Осипов. Мы изменяем форматы, чтобы найти золотую середину для наших роликов. Так, что со звуком? Звук с колонок? Ну да. Ну я тогда буду мутать микрофон, окей? И вам выводить через ОБС. Наша армия пополняется с каждым днем, нас уже 8к. Ебать. Я всех поздравляю и целую в попку. Если ты новенький, присоединяйся, просто нажав подписку, и ты уже смешарик. Сегодня, как обычно, узнаем новости с Рутвича, наши любимые номинации. Напишем посту недели, но с клипами будет по-другому, чтобы не было душно, это будут клипы от новичков и самые популярные. Начнем, пожалуй, с поздравлений. Поздравляем с прошедшим Макса Павлова, Фасалько, Баевал, Пак и Нонейм. Эээ, чё за фотка? Я размутала. Баевал, Пак и... Что? Контора. Я такого не сделала! А что с Покой? А Сонька... Нонейм, Ксяшу, желаем здоровья и больше хорошего контента. На первой строке новостей лидирует чел, который стримит уже неделю. А все из-за марафона, длительность которого продлевают зрители своими сапками и донатами. С 31 тысячи уже нафармил до 93. Идея давно стара, но почему-то ее все считают новой, кек. Хесус анонсировал подобное. Ребят, я что хотел сказать? Планирую, короче, реально провести этот сабатон. И за одну платную подписку... Время стрима прибавляется к нему. Не мутаться? Да, да, не мик, не мутай мик, а нормально. Мало. Оно двоится. Профильно будет, если его стрим закончится через час. Возьми на руки. Две стримерши из бассейна вцепились. Ого. За свой контент и обвиняют друг друга в плагиате. Может, вы тогда на Бонго Кампс перейдете, стримите там, помиряйтесь с бассейнами? МММ? Норм, окей. Идем дальше. С этой новости я вообще охуел. Федеральная налоговая скоро будет забирать налог с донатов. Подчеркнем, что это пожертвование. Давайте с бабулек в метро из благотворительности тоже будем налоги брать. Охуелись. Рашка же. Твич добавил новые функции DMCA с треками. Добавили возможность удалять или скрывать все записи, уведомления не только на почту. Страйки теперь будут в видеостудии. Дуров сделал анонс насчет трансляции в телеге в 2021 году. То, что Клабхаус умрет в ближайшее время, это понятно. Я так ни разу не заходила в Клабхаус. Но вот Твич вряд ли сможет подвинуть КПА. Твич заблочил 30 каналов по петушиным боям. Новый Хес пока не в блоке. Думаю, не до всех еще дошли. Злой предложил пошарить и на это найти и про него всю инфу. Тот, кто найдет, получит 10к. Челлендж называется «Найди меня». Искать меня лично не надо, приходи в гости. В чем задача? Вы должны найти для меня все.
всю мою информацию, как меня зовут, откуда я, как я передвигаюсь, мои паспортные данные, телефоны, номеры карточек, все, полностью все. Зачем? Просто интересно. Маловато, конечно, но твой чек ЛС далеко ходить не пришлось. Chrome добавили автоматические субтитры для видео и для стримов. Работает пока коряво, ну это и понятно. В принципе, штука прикольная. Прямо как в Киберпанке. Мне зашло. Это чтобы фулл бизнес посмотреть. Мазеев примет участие в реп-баттле в Питере. Уже... В принципе, похуй. Да. Но все равно желаю ему удачи и не подвести Twitch комьюнити. А он будем проиграл? Болеть. Насчет болеть. А? У Ксюши Магистал есть подозрение на ковид. Ну что тут сказать. Их же вроде 4 в доме. Получается, что... Вова анонсировал нового участника сквада, это батя Дрейка. Он любит играть в игры и имеет подвешенный язык, как говорит Дрейк. Батя Дрейка хочет ворваться на Twitch без шуток нахуй. Надо с Вовой перетереть, пускай меня после практики в сквад примет. Ну короче, я эту хуйню не отрицаю, если что. Типа, если у него все будет настолько охуенно получаться, блять, мы типа его реально впишем в сквад, типа, без шуток. А как же дарованный экземпляр кринжами брос? Я не подсос, но я могу подсосаться, если надо. Чел сыграл на буханке хлеба в Call of Duty, прикрутив гироскоп к багету. I was just getting a weapon. Арный Call of Duty вышел. Финаргот провел игру Бункер 3.1. О, вышло вроде прикольно, но формат давно уже умер. Последние соки дожимаем, так сказать. Перейдем к недельным номинациям. Итак. Король Камик Кринжа давно не все еще остается злой. Вы хоть постарайтесь, ребят. Меня научили. Смотри, я сейчас покажу. Будет 18? Да. Классно, говорю, супер. Ой. Я не знаю, как поставить. Я не знаю, как поставить просто. Жилетом такое. Что, на нами смотрели, да? Да я тут лучше мидраж, чем на. Могу еще и пленку залить. Очень круто. Нарезаю бекон. Очень круто. Нарезаю бекон. А второе место заняли братики. Они в жизни такие же, а? А Боба! Вот так. Стоите. А Боба! А Боба! А Боба! Давай за Бобу делай! За Бобу! Давай за Бобу! А Боба! А Боба! Я почти опередил. Нет, я быстрее. Нет, мы одинаково. Вот так можно прокачивать плечи. И сжигать жидкость. Лечить сначала геморрой, а потом снимать. Мне нравится, когда они используют фишку с паузы. Вообще клево очень. Ты не видела? Один типа говорит, на паузу устает, добавляет свое. Ты что, охуел, блядь? Либо, блядь, что пиздать, блядь. Пока монтировал ролик победителей, Кринжу уже успели заколабиться. Они лучше. Как в воду глядел. Фирменный соус, блядь. Блядь. Только честно признать, блядь. Я... А шаурма небольшая. Мне очень нравится. Неплохо руки. Он очень вкусный. Как? Блядь! Сука! Игровой топ-момент достался опять Синди. О, я видел туда жесткий дома. Денис. Я лучше. Я опять четвертый, и пятый его убивает. Второй раз подряд. Чтобы уже наконец был стрит. Что был? За рубу недели забирает XL с бустером с Shulker Battle. Мне зашло, ссылки не оставлю. Сами ищите. Я не смотрела еще, кстати. Коллабу недели забирает стрим строго с Байл Шадоу, Киком и Фруктоской. Это не неделю было? Не знаю. О, я просто гостылю. Красавчик просто. А никто не выиграл в этой номинации. Давайте я вам лучше расскажу. Боже. Знаете, почему у смурфиков нету детей? Они голубые. Шип недели я, пожалуй, отдам Байл с Шадоу Кик. Что? Между парочкой происходит что-то.
Но, может быть, я ошибаюсь. Поправьте, если. Поздравляйте и желаю. Это биполярное расстройство. Я одобряю. Биполярное аффективное расстройство второго типа. А, вот что. Это у нее диагноз. Эту номинацию забирает по праву дочь Копчелкина. Какая умница. Не зависит от того, зашло мне или нет. Спасибо, моя красавица. Первый раз ее вижу, кстати. Не, она же какой раз приносит ему что-то покушать. Блин, ну и просто неделя. Итак, на старт. Вырастил, внимание, чтоб еду таскать. Наш. Стоп, спам, мы поняли. Весело, круто, классно. Ебаные школьники с твич-конторы. Успокойтесь уже. Насрали, сидят довольные в чате. Успокойтесь. Дайте нормальным людям пообщаться. Вот мы и подошли к клипам. Мы отобрали новичков из приложки, самые популярные клипы. Но все же тестируем этот формат. Напишите потом чикак. Два, три! А ты это видела, нет? Я нет. С этого вообще так просто... Нифига, он там затряс. А чё позориться? Понифига, ты дашь пизду полизать или нет? Теперь я реально, ну... Дай пизду полизать, тебе чё, жалко? Ладно. Вы заебали нахуй! Бля, вы не помыли колы, слушайте. Ой, тут еще столько времени. Какие колы, нахуй? Ты 20 минут сидишь, сука, пердишь. Ну, такие ебаные. Много мата. Мата немного, в принципе. Мата немного, кстати, вообще. Без мата делать, ребята. У меня Кен заплакал. А лучше б я ему на лицо сегодня покакал. Я его ебал, пока он плакал. Пошел он нахуй. Будто бы не ракал. А что, нельзя же скипать? У меня. Скип, ты с матом скипай. Слава богу, не без мата стрим, ребят. Да, мы не материмся. Сейчас шаверма заорет. Не, он сейчас упадет. О, что? Я у Дины видела это в телеге. О. Школьники уже выехали в отель. Да куда они выехали? Что ты делаешь? Что, Динка? Вот, такие длинные рукава, как я и хотел. Это хорошо было. Ну что-то должно было пойти по пизде. Такие, как я и хотел. Один в один. Ой-ой-ой, блядь, ебать! Блядь. А он решил пересмотреть? Ой-ой-ой, блядь, я ебал, урод! Ой, а, да, Алина Ри. Что, стоп, не понял. Это Snapchat. А. Нет, я не имею. Знаю, о чем говорить. Да, ничего не поделалось. Так и сделаем, ладно. А, суки, на свете, блин, ой, на него! Что за лин? Испугался, блин, нереально просто. Жестко сделал. Да. Выбирай. Да, подожди, по тут. Ой, so close. Рыбку ему принес? Да. Прям поесу, блин. Фу, блин. Бля, мудила, что творять? Ёбло, совсем нахуй. Да я мудила, сам ты мудила, понял? Извиняйся. Охуйняйся, блин. Ой, потом, ребят, после стрима будет... Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Интересный момент. А это вишенка? Да. Это моё! Ты дурак нахрен! Ты дурак! Твич, если что, это шутка, это для собаки. Для собаки. Шумер, шумер, тебе отгрызать. Сидим за пути, не расстрять. Ты запел, блядь. Я дышек из-за ребята. Как вас потом все в профи зарисал. Я буду охуенным, как Жо-Жо, yeah. Вот это заебись, начало стрима. Я считаю, что достойно было бы это все за трипы. С кем там ударил, я представить не умею. Но не надо, я так могу летать каждый день. Сейчас уху, сорян, но я пока все не настроил. Потому у меня жесткие задержки микрофона. Но ты пупы, главное, что сильно звучит. И пупы, чё, мальдела? Стрим без мата, лось. А, тут типа вы имеете тоже много мата, поэтому скипай. Мне всю личку засрали, чтобы я выпустил во вторник, а я и так не успевал из-за тизера.
Кстати, тизер вообще представляет, сколько времени. Короче, жми подписку и веби по колокольчику, чтобы стать смешариком. А я пошел спать. Хорошо. Давайте, кстати, договоримся до следующей пятницы. ББ. Обнял. Нет, залипательная надо это нарезать. Это жопа получается. С розовыми наушниками, да. А это ты что ли был? С крестиком на ухе? Я не знаю. Получается. Нет? Получается ты. А кто еще? А кто еще крестик на ухе носит? Сквад, 89-й. Ну да. А кто это может быть? А, это Жожа, да, с наушниками? Нет, Жожа... Корова это? А, это, ну что, такие черные волосы у корова? Корова... Слава? Ну да, это Слава. Майнкрафт, Ютуб. Не знаю. Ну тут каждый кем-то должен быть. Что Лагода в наушниках. Я говорю, нет, Жожа был в розовых до этого, да-да-да. А. Ну-ка. А кто вот эти с белыми волосами, может быть, тоже непонятно, девочка. Там вначале нужно посмотреть, как-то... Да там, по-моему, то такие же кадры будут. Да. Ну просто мне здесь кажется, закрыто были... и замыльно немножечко, не? Вот Жожа. Да, это скорее всего Жожа с этим микрофоном. Да. Это там Вади был. Модестал, Ксюха. А. Ну, скорее всего, слева типа. Да, Модестал, то, что они за руку держат. Это скорее всего, потому наверное. Что там стоят типа Мазелов, я и там ребята из 89-го. Скорее всего, Сережка это я. Сейчас еще они раз. Они вместе стоят. Вот, сейчас поставь на паузу. Сейчас? А вот это кто может быть? Это он сам, Twitch-контором. А, да, с кофе. Вот сейчас будет момент. Вот, ну, поставь на паузу. Мазелов, Скват и, типа, скорее всего, слева ну, это да. 89-й, а справа... Это... И, типа, Лагода, Мазелов, кто там 89-й, и вот я стою, типа, слева. Не знаю, ну, это Ксюха и Дрон тогда, да? Да. А кто Майнкрафт? Это, скорее всего, может... А вон там еще какая-то парочка стояла. Ломак Османом, машина Закьюэля. А, все, не знаю. Блин, прикольно, мне вообще очень понравилось. Мата бы поменьше. Да. Ну да ладно.